Здравствуйте! Сегодня я приготовлю компот из кабачков. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Варим сироп на 0,5 литров воды, килограмм сахара. Доводим до кипения, до полного растворения сахара. Нам понадобится килограмм очищенных кабачков. Нарезаем кубиком. Сироп закипел. Опускаем подготовленные кабачки и провариваем 45 минут. Один крупный лимон натираем на терке. Используем только цедру и мякоть лимона. Белое волокно и косточку убираем. За 5 минут до конца варки добавляем лимон. 5 минут прошло. Разливаем в пастеризованные баночки. Закрываем пастеризованными крышками. У нас получилось 2 баночки по 0,8. Оставляем до полного остывания. Проведите эксперимент, угостите гостей и пусть угадают, из чего сделан компот. Радуйте своих родных и близких натуральными продуктами.